тот голубь, который тогда тут помирал, или другой? Но он как будто домой к себе пришел. А, нет, тут два их. Ну давай, чувак, отмочи что-нибудь смешное. Да слышь, повесели меня. Я настаиваю. А, нет, короче, это игра, в которой я играю за голубя. Вид от третьего лица. Чувак, угоняй машину. О, фига, ты умеешь летать. Давай, давай, угони машину. Не любишь, когда тебя снимают? Ничего, к этому можно привыкнуть. Да давай, чё ты? Стреляй! Слышь, давай ты не будешь так быстро ходить, я за тобой не успеваю. И ходи помедленнее. Ну чё ты? Да слышь?